О, вот видите, вот видите, вот видите, она уже купаться пошла, уже купаться пошла. То есть я еще даже не звал, она уже, ребята, плавать пошла. Видите, вот видите, как мы понимаем друг друга, без, вообще без слов. На канале Злого Кролика ты сможешь найти кучу различных мини-игр на серверах в Майнкрафте, а именно Survival Games, то есть Hunger Games, Skywars, Bed Wars и многие другие. Поэтому если ты поклонник данных режимов, то заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новую серию рубрики Без Модов, где сегодня, ребята, мы будем с нашей Евулей идти в бассейн, а именно, ребята, мы будем делать реальный бассейн в Майнкрафте, то есть со всеми прибумбушками, а не обычный бассейн, как вы видите сейчас. Да, ребята, сегодня мы с вами покупаемся! Я буду также очень сильно рад, если вы ляпите большущий палец вверх, ребята. Если наберем 5000 лайков, то в первую очередь, ребята, мне будет очень приятно, потому что я узнаю то, что вам нравятся мои видео. А во вторую очередь, ребята, я сразу побегу записывать новую серию рубрики «Без мода», потому что я, ребята, пойму то, что вы действительно этого ждете. Не так-то тяжело, ребята, поставить всего лишь один лайк, да? Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Рассказывайте об этом видео своим друзьям, то есть делитесь. И также, ребята, пишите свои комментарии. На самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. Да, а сейчас, ребята, мы будем приступать. В первую очередь нам нужно выдать себе командный блок, который выдается с помощью вот такой команды. Ставим его куда-то вот сюда. Ну, давайте на вот это дерево поставим. Вот так. И впишем вот эту команду, которая уже находится в описании. Вот тут нажимаем всегда активно и нажимаем готово. Ждем, пока наша команда установится. Ждем. Когда все блоки, в принципе, сгенерируются, тогда вы будете знать то, что все уже отлично работает. Тут вы, ребята, можете удалить вот эту команду, а тут вы можете получить рецепты, то есть, чтобы знать, что вам нужно скрафтить. А тут также мы сможем нажать, точнее написать Set World Spawn, для того, чтобы наша вот эта махина работала в любой точке мира и также не лагала. Да, ребята, все мы любим бассейны, все мы любим купаться. Кто следит, ребята, за моей страницей ВКонтакте, кстати, ссылочка есть в описании, ребята, то многие, наверное, знают то, что я люблю купаться, потому что я скидывал вам фотки из бассейна, скидывал вам фотки с океана. И, в принципе, мои подписчики ВКонтакте, наверное, 100% знают то, что я люблю купаться. Поэтому, ребята, мне очень приятно вот сейчас сделать эту серию про бассейн, потому что это действительно, ребята, мне по душе. Напишите в комментарии, любите ли вы вообще купаться. Напишите, где именно. В речке, в озере, в бассейне, в океане, в море, ребята. Где, может, в ванне даже. Мне как-то по барабану, но я, ребята, с вами поделился своим мнением, и я сказал то, что я люблю, очень сильно люблю. Поэтому, ребята, сегодня мы будем украшать наш бассейн. Это наш домишко с моей невестой. Да, да. Надеюсь, что в этой серии она меня бить не будет, но я ее погладил. И, ребята, сейчас мы будем приступать к самому бассейну, а точнее мы будем его украшать, да. О, вот видите, вот видите, вот видите, она уже купаться пошла, уже купаться пошла. То есть я еще даже не звал, она уже, ребята, плавать пошла. Видите, вот видите, как мы понимаем друг друга, без, вообще без слов. Вот это идеальная любовь. Вот смотрите, что это за эффекты были какие-то странные. Ну да ладно, ребята, первый рецепт. Нам нужно выкинуть на землю 4 слайм-бола. Вот, и смотрите, что у нас появится, ребята, что у нас появилось. Это трамплин, да. Вот это обычный трамплин в Майнкрафте, который вы можете скрафтить с блоков, да, вот как я сейчас скрафтил. И если мы, допустим, захотим прыгнуть бомбочку в бассейн, то как мы ее прыгнем? Просто вот так и больше ничего интересного. Но если мы скрафтим вот этот трамплин и поставим его, допустим, на вот этот блок, вроде типа ничего не появилось, да, вроде все так обычно. Но сейчас, ребята, когда мы будем подбегать к этому блоку, смотрите, то нас подкинет прям где-то на 10 блоков вверх. И сейчас, ребята, мы действительно можем просто-напросто бум! И какую бомбочку пустить в бассейне. Это круто, ребята. Это также работает на любом блоке, куда бы вы это ни поставили. Допустим, вот сюда, если вы подойдете сюда, то вас также подкинет воздух где-то на 5-10 блоков вверх. И вы сможете, ребята, действительно насладиться бассейном и самим трамплином, потому что это действительно, ребята, очень круто. Но давайте мы будем приступать к следующему крафту. Что это такое? В первую очередь нам нужно одно ведро воды и также, ребята, один пистон, как он прям тут называется. Поршень. И смотрите, что у нас, ребята, получается. Это в какой-то степени поливалка. Я не знаю, как это по-русски сказать. Но сейчас, ребята, вы все увидите. Допустим, это или заполняет бассейн, или просто что-то увлажняет, допустим, какие-то растения. Вот давайте мы поставим, ну, куда-то вот сюда, да? Допустим, куда-то вот сюда мы поставим. Вот смотрите. Вот видите, как это круто. Вот почему-то мне... Ребята, вам это ничего не напоминает? Ничего не напоминает вот это сооружение?
Если честно, что-то напоминает, но я не хочу, ребята, говорить, что это мне напоминает. Но мне кажется, такие умненькие люди, детишки поймут, что я имею в виду. Но, ребята, как видите, в первую очередь это может также заполнять ваш бассейн. Во вторую очередь это действительно очень красиво. Или в третью, допустим, вам нужно полить морковку, да? Ставим сюда вот эту фигню. И... эта фигня, я буду называть фигня, потому что я не знаю, как это называется, начнет, ребята, поливать морковку. Это очень полезно, очень круто и очень симпатично выглядит. Да, давайте, ребята, будем приступать к следующему нашему украшению. Что это такое? Следующее украшение крафтится с двух белых баннеров и также 4 нити. Что это такое, ребята? Это у нас полотенце. То есть, ребята, вы видите то, что сейчас мы действительно можем скрафтить и поставить на землю полотенце, подойти, нажать правую кнопку мышки и просто сесть на вот это полотенце. Тут что-то башка у меня перекручивается очень быстро, но все же, ребята, вы просто-просто можете тут лечь и загорать себе. Загорать, ребята, загорать сколько вам просто влезет. С моей подружкой, которая вот там что-то делает, не знаю пока что делает. Но, ребята, это у нас полотенце, очень даже полезный, красивый предмет для нашего бассейна. Да, ребята, будем приступать к следующему нашему украшению. Что это такое? Выкидываем 4 шерсти, 4 белые шерсти и 4 красные шерсти. И смотрите, ребята, что у нас крафтится. Это у нас спасательный круг. Спасательный круг. В первую очередь мы можем его расставить где-то вот тут на берег. Вот, ну, где-то вот тут, допустим. Давайте поставим один вот сюда, один вот сюда. Ставим вот, ребята, сюда. И вот сюда. Это спасательный круг, который будет у нас на берегу, чтобы, допустим, если кто-то начнет тонуть, мы можем кинуть спасательный круг и просто-напросто, ребята, его спасти. Спасти ему жизнь. Но мы также можем поставить спасательный круг на воду. Допустим, если мы будем где-то тут, вот, вот. И вот тут. И как видите, ребята, мы поставили 3 спасательных круга на воде. И 2 на берегу, ребята. Ну, на всякий случай, на всякий случай. Это действительно, ребята, очень круто выглядит. Мы можем также делать бомбочку, прыгать бомбочку прям, опа, в этот спасательный круг. А можно вообще даже через трамплин, если у нас это, конечно, получится. Опа, на... пиф! Круто, вообще круто, ребята, это действительно очень развлекает, хоть это просто и обычный предмет для вашего бассейна, но все же, ребята, действительно очень круто. И давайте, ребята, мы будем приступать к нашему последнему предмету, к сожалению, уже к последнему предмету. Что это такое? Для крафта нам пригодится 2 блока редстоуна и также 1 ведро лавы. Выкидываем и смотрите, ребята, что у нас появляется. Это как будто джакузи, то есть это будет делать вам массаж прямиком в бассейне. Да, вот смотрите, если мы заспавним, нужно спавнить именно так, чтобы мы не касались, чтобы мы не спавнили на вот этом блоке в бассейне, нужно спавнить именно на воде. Вот, допустим, вот так. Смотрите, ребята, что это делает. Мы делаем пузырьки, ребята, которые также будут давать нам специальные эффекты. То есть мы сделали такую мини-джакузи в нашем бассейне. Мало того, что это круто выглядит, так мы, ребята, еще можем выключить гейм-мод, просто прыгнуть в эти пузырьки, вынырнуть обратно, и нам дастся эффект. На 1-2 минуты, как видите, тут нормально не прогенерировалось. Нам дали, вот, на 1 минуту. Нам дали ночное зрение на 1 минуту, и также 6 дополнительных сердечек на 1 минуту. То есть, если вы видите каких-то врагов, вы быстренько прыгаете, получаете 6 дополнительных сердечек и идете сражаться. Это, ребята, просто офигеть, да. Ну и, в принципе, это, если честно, очень даже красиво выглядит. Вот такой, ребята, у нас получился бассейн. Маленький, но зато красивый и зато разнообразный, не как обычный бассейн в Майнкрафте, который вы видели на начале этой серии. Ребята, я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Я буду очень всегда рад, если вы влепите большущий палец вверх. Как я уже сказал, наберем 5000 лайков. Я сразу же бегу записывать новую серию для вас, ребята, для моих подписчиков. Я буду рад каждому вашему лайку, честное слово. Ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, пишите комментарии. На самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. Еще раз большое спасибо вам, друзья, за просмотр. Всем удачи и всем пока.